Жарко. А будет еще жарче. Блин, такое впечатление, что рекламу снимаю. Хотя на самом деле что-то в этом есть, потому что главная суть этого видео в том, чтобы сообщить, что 23 и 24 июля в Киеве будет проходить первый, наконец-то, первый фестиваль YouTube-блогеров «Видеожара». На этом фестивале вы сможете увидеть просто мега звезд Ютуба, таких как Стас Давыдов, Лиз ТВ, Руслан Усачев и многих-многих других. Ну и также там будут присутствовать не такие суперзвезды, как я. Я на самом деле в огромном предвкушении, потому что это такое действительно масштабное событие, где смогут собраться не только блогеры пообщаться между собой, но также и подписчики. То есть можно и пообщаться, и сделать селфи, и пофоткаться, и поговорить, посмотреть на кого-то. Помимо этого там будет куча развлечений, игр, всякие артисты. В общем-то, безумно классная штука, которая будет проходить целых 2 дня подряд. И на этом хорошие новости еще не заканчиваются, потому что у меня для вас есть целых 3 бесплатных билета. Если вы хотите поучаствовать в конкурсе, то правила совсем простые. Всего-навсего нужно сделать репост этого видео у себя на странице ВКонтакте. ВКонтакте вот это видео будет размещено. Поэтому делаем репост и вступаем в группу «Видео Жары». Все. После того, как вы выполнили все условия, можете писать в комментариях. И ровно через неделю я случайным образом определю 3 победителя. Но сразу вас предупреждаю, если вы не хотите полагаться на судьбу, а хотите все-таки 100% пойти и посетить этот безумно классный проект, тогда советую вам приобрести билет. Билеты на самом деле стоят копейки. Я еду туда, кстати, не сама, я еду со своим мужем, ему я уже билет прикупила, поэтому вместе будем там смотреть на всех, кого мы смотрим на YouTube, и вам того же советую, поэтому ссылку, кстати, где купить билеты, я вам тоже оставлю. Переходите по ссылке, покупайте билеты, не испытывайте судьбу, потому что реально, мне кажется, будет круто. А на этом у меня все. Еще раз напомню, фестиваль будет проходить 23-24 июля в Киеве. Все, в общем-то, данные, которые я могла забыть, будут обязательно в описании. Приходите, буду вас ждать, с удовольствием пообщаюсь. Если меня там увидите, не стесняйтесь, пофоткаемся, пообщаемся. С удовольствием познакомлюсь с вами вживую. А на этом я с вами прощаюсь. До встречи, пока!